Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус ей говорит: дай мне воду, дай мне. Слава Иисусу Христу. За эту великую милость. Мы послушали в слове этом, какая великая любовь. Иисус Христос не об этой воде говорил. Он говорил: успокой мое сердце. Я люблю тебя. Я вижу страдание твое. Я вижу горе твое. Она не виновата. Вы уже знаете из Писания о этой женщине. Она бедненько мучилась в своей душе, потому что на ней тяготила великая, страшная сила ее рождества. Она родилась во грехах, и она невиновная. Но как же винить волка, если он овечек ест, а не капусту? За что винить? Поэтому Господь говорит: я пришел не судить вас. Я не сужу за твое ругательство, за твои крики, за твою бойню, за то, что ты не сужу тебя, то люди судят. А почему люди судят? Почему люди судят? А потому что Дух нечистый каждому дал из человека, чтобы он что-то значил тут на земле. Поэтому Иисус Христос привлек у всех людей, разумных особенно. Вы посмотрите, саддукеи, есеи, фарисеи. Это самые лучшие люди всей земли. Они молились Богу, они очищались. Они десятую часть давали для Господа, десятую часть своего имущества. И они считали себя, они не проходили через... А в Самарии тоже был, церковь была. Они также молились Богу, веровали Богу, старались Богу. Но вот фарисеи не имели общения с ними, понимали, потому что они имели вроде общения. Ну как и теперь, вы знаете, есть отделенные. Те, которые не сообщаются с этими ними. И поэтому Господь привлек у всех абсолютно. Даже возьмите такого Корнилия. Посмотрите качество этого Корнилия, какой хороший человек. А Бог открыл: нет праведного ни одного. Мы все рождены во грехах. И отсюда, если чем человек, как сказал этот рожденный женами, не восставал больше Иоанна Крестителя. И тот сказал, знаете что? Мне должно что? О. Отсюда жизнь. Чем больше мы будем умоляться, тем больше Дух Святой обгонит нас. И любовь Господня погибнет нас. Но всякая беда, что так Дух насел человека, что жена лучше мужа, муж лучше жены, а лучше теща, а туда-сюда. Каждый что-то значит. Ничего мы не значим. Абсолютно мы ничего не значим. Христос там, Господь, вот значущая жизнь наша. Он благословение наше, Он жизнь наша, Он радость наша, Он счастье. И вот она говорит: дай мне пить. Успокой мое сердце. Чем же она может успокоить сердце Господа? А тем, что она примет Его жизнь, примет Господа Иисуса Христа и возрадуется им. И вот она успокоила Его сердце, когда уже мы читаем дальше, когда она говорит уже после всего, она побежала, возрадовалась, и говорит: люди, идите, идите посмотрите, Он Христос, Он Господь, Он успокоил мое сердце, Он благословил мое сердце. Вот чем, вот она дала Ему пить, вот чем. Ну, это мы понимаем, что когда дитя мучается, то больше ребенка мучается кто? Мама. Больше его, в 100 раз больше мучается. Также Иисус Христос.
он мучается, когда ты еще в этой жизни не принял его спасение, не принял его жизни, не коснулся его Духа Святого. И вы посмотрите, тут же у 3 главе от Иоанна говорится, что Никодим, один из учителей, он пришел, между тем был некто имени Никодим, один из начальников иудейских. И он приходит к Иисусу Христу. И также чувствует у себя, что все его качества, он говорил о любви, он говорил о Духе Святом, о небе, говорил он знал Писание, а в душе не имел покоя. И Господь ему говорит, что всякий рожденный от плоти, плоть есть, а рожденный от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. То есть, принявши Слово Господне, поверивши Слову Господне. И все это мы знаем. Тут люди сидят, те, которые абсолютно знают все эти Писания. Но я единственный, радуюсь и благословляю жизнь свою. Почему? Потому что в дни моего разрушения, во время печали, я себя помню очень молодым, крепким, здоровым, сильным. В Заполярье был. Морозы такие там крепкие, меня не страшали. Но душа моя была избитая, измученная, полностью разрушенная я в душе своей был. Сегодня же я радостный, я счастливый. По телу я в разрушение пришел полностью. Я только что пошел там зубы искать свои в эту самую. И одел зубы свои. Уже и зубов ничего не мал. Но я радостный, но я счастливый только одним, что Христос меня нашел. Очистил душу мою. И как эта самарянка возрадовалась. Чем она возрадовалась? Она думала, что... И мы так же думаем. Вот когда сегодня есть что одеть. По сравнению с тем годам, что я жил. Мы голодные, опухали. Матери было 4 детей. И все уже опухали, мы умирали. От голода. Хлеба. Да какого хлеба? Мы хлеба не понимали. Мы ходили картошечку рано весной, я перекапывал картошечку гнилую, чтобы найти картошечку, и то гоняли, и то не давали. Такое родительство было, не знаю. Вот. А сегодня? Сегодня мы имеем и есть, и пить, и все. И душа неспокойная. Чего ты? Да не зависит от материального, Слово Божие говорит, от материального. Душа ищет любви Божьей. И встречу с Иисусом Христом. И мы только пришли на это место, только единые, чтобы что? Чтобы встретиться с вечностью. Только Дух Святой открывает вечность. Разум никак, ты разумом не можешь понять о Царстве Небесном. Когда-то к Иисусу Христу пришел один человек богатый, особенно юноша, и говорит: Господи, как мне попасть в Царство Небесное? А он говорит: Господь говорит человеком, что невозможно, то есть рожденный от плоти, плоть есть, невозможно человеком туда, ни одному добренькому, хорошенькому, который называет, и это самое страшное, когда человек называет себя хорошеньким. Отсюда-то все беды. Именно Слово Божие, умоляйся, чем больше умоляйся. Тогда ты благослови свою жену, жена, мужа, тещу. Тогда отсюда исходит благословение. Братик читал Слово Божие, говорит, если ты не родишься от воды и духа,
от воды и духа я сидел. Ну, слово Божие говорить от воды, а слово Божие. Так, а Дух Святой что такое? Дух Святой есть слово Божие. Оказывается, от воды, это от твоего глубокого сознания, что ты пропащий человек, погибший человек. Тогда ты не осудишь Иуду. Не, и близко. Потому что ты скажешь, я хуже Иуды в 100 раз. Тогда ты не осудишь самого поганого человека никогда. Потому что отсюда исходит твоя жизнь. Чем ты больше умоляешься, чем Христос растет у тебя. Чем ты больше, если кто не родится от воды, чего ж мы приходим сюда в купальню и погребаем? Кого мы погребаем? То есть осознаем, что нам только погибнем. И что? И чем больше мы окунаемся, тем больше благословения и сила приходит к нам. Это спасло меня от развода женой. Я женился, крепко любя ее, сильно ревновал ее. А потом в жизни она такая, она не такая, она не такая, пока Бог мне не сказал, что ты конченый человек. Ты. И дал мне отсюда великую милость к ней. И только теперь я смотрю ее в глаза. И только теперь в разрушении моем я люблю по-настоящему. А в молодости я как фотографию гляну ее, какая красивая, а я и не видел. Кто мне закрывал грехи мои? Почему? Потому что я все-таки лучше. Она и да, и она так, и сегодня. Господи, благослови народ. Одно понятно, что мы без Его Духа Святого и любви ничто. И говорить человеком это невозможно, а кому? Богу. Как же Богу? Потому что ни один человек тогда не имеет только Бога. Придите ко мне, Иисус Христос говорит, и я вселюсь в вас. И я напомню вас, я вас туда поведу Духом Святым, любовью и милостью. Тогда вы осознаете, тогда вы будете любить друг друга, жалеть друг друга. Тогда вы не будете говорить, а та религия поганая, а та религия, а то поганая, а то поганая. Да нет, вы скажете, я поганый. А один Христос мой Господь. И поэтому привлек Господь всех людей, садукеев, фарисеев, пятидесятников, субботников, всех в Голгофе. И сказал, что ты пятидесятник, и ты такой-то грешник. А я люблю тебя. А я тебя люблю. А я благословляю, потому что основа наша не пятидесятница, а основа наша Христос, Господь. Он есть пятидесятница, Он есть суббота, Он есть Пасха, Он есть жизнь, Он все во всем. Слава Иисусу Христу за милости Его. И еще я хочу почитать Слово Божие, такие слова говорит Исаия. Бедная, бросаемая бурей, а меня особо эти слова чудные, безутешная. Вы посмотрите, как в той женщине, он подошел, говорит, напой меня, и она говорит, бедненький мой, радость моя, сейчас бросаемая бурей, бросаемая горем. Я тот, который утешу, я тот, который удалю от тебя бурю, я удалю от тебя печали, я удалю от тебя страдания. Только приди. Сегодня может есть человек, который ну, никогда не был у церкви. Побачишь, приди до Господа. И изменится твоя жизнь с этого моментальную жизнь. Почему? Потому что изменится твоя природа в сердце. Дух Святой коснется тебя в душе. И ты иными глазами посмотришь на мир это. Он помажет тебя любовью глаза твои. И ты выйдешь с радостью и скажешь, все замечательно, все хорошо. И вот Слово Божие говорит, бедная, я положу камни твои на рубине, и сделаю, я это сделаю. Я сделаю основания твои и самфиру, и сделаю окна твои. Что за окна? Сердце твое.
ты совсем посмотришь на дорогу. Я вот ехал в метро, ну и сижу. А какая-то женщина кричит, а я думаю, что еще место другому, потому что есть там место, так я трошки сюда подвинулся. А какая-то женщина кричит, подвинься сюда. Ага, а у меня такая умиротворение. Я ее понимаю, я знаю ее. У меня нету к ней абсолютно никакого. Я подвинулся тут же и сел. И этом я вижу, Господи, благодарю Тебя, потому что знаю я свой характер. Я в молодости ее выбросил бы из того метро. А сегодня я спокойный. Слава Тебе, Иисус мой Господь. Это Ты. Когда я хорошо посмотрю на жену, это Ты. Я только что ребеночку говорю. Когда мама тебя обнимает, то знай, что это Бог тебя обнимает руками мамиными. Когда мама тебя целует, знай, дитя, что это Бог целует тебя губами мамиными. Ты посмотри, говорю, на других мам. Они выбрасывают своих детей у колодцы. Я на Крещатике сам открыл мне это, говорит, смотри, лежит дитя у колодца. Это ж мама кинула его туда. Почему? А потому что она измерила в сердце свое, дух нечистый. Она не виноватая, дорогие мои. Невиновная она. Как и мы все, мы невиновны. Мы так себе думаем, какая? Нет. Вот почему и слово Господне говорит, самые поганые человек, но осознали и пришли до Господа, пойдут в Царство Небесное. А ты, если ты сейчас еще думаешь, что ты хороший, пойдешь туда. Господи Боже, благослови нас и помоги нам. Слава Иисусу Христу. Поблагодарим Господа. Помолимся.